знаем, как давно они появились на свет. Человечество тысячелетиями поклонялось котикам как богам, абсолютно не подозревая, кто они на самом деле. Вася, ты чего? Ты все еще злишься на меня из-за того, что я тебе ту кошку в морозильник купил? Василий, ну ты чего? Ну, давай я в следующий раз тебе куплю ее. Давай. Хорошо. Вася, ты чего? Джонни, подойди сюда. Чё ты там орёшь-то? Джонни, я тебя умоляю, подойди сюда. Ну и чё тебе надо, псина? Джонни, я умираю. Сраный кот был у меня. Да, я не знаю, сколько у тебя крови. Её не видно. Ага, мне так больно. Джонни. О! Трейлер к новым «Звездным войнам» вышел. Интересненько глянуть. Какого? Мне, пожалуй, пора валить. Нет! Нормальный такой трейлер, зачетный. Обязательно схожу в кино. Так, Тимошка, чего там тебе надо опять? Ой, покушать что ли? Ну ладно, сейчас. Спать укладывал, дрессировал, кастрировал, а ты, значит, кусаешь меня? Я тебе этого не прощу. Завтра же продам тебя какой-нибудь старухе лет за 60. И тогда-то ты научишься не кусать людей. Понял? Ты чё? Нет, Джонни, мать твою, я Сеня! Сколько раз тебе повторять? Джонни, я помираю! Тебя просто слегка царапнули, ты не сдохнешь, дебил! Прошу тебя, найди мою жену и детей! Тебе 17 лет, долбанный ты дегенерат, у тебя нет жены и детей! Джонни,
Его что, муха что ли укусила? За одно место. Так, сейчас головной добраться до телефона. Что же сделать-то? Колбаса! Василий, я тебе пожратушки принес. Давай, выходи, негодяй. Где он спрятался? Окей, как скажешь, Билл, дебил. Найди мою жену и детей. Передай им, что я их любил. А еще передай, мне тяжело говорить это Джуни. Я, кажется, сейчас сдохну. Скажи, что в дубу, под дубом, около нашего дома, за это коробка. Дым на всю жизнь. Им хватит. Джонни, ты передашь? Окей, передам. Отлично. Еще одну. Ты мудак. Да пошел ты! Ну, неплохо, неплохо. И какая-то польза от этого дебила. Ладно, Василий, будем считать, что ты исчез из моей жизни. Человечество пало. Мир людей уничтожен полностью. И только котики, прилетевшие из Сириуса 10 тысяч земных лет назад, стали полноправными хозяевами. Они ждали сигнала оттуда, поэтому и не нападали. Сигнал был получен, и теперь это их.